У нас состоялся непростой разговор, но, может быть, первый такой разговор довольно откровенный для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, которые связаны с реализацией Минских соглашений, урегулирования конфликта. Договорились о том, что независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно представителями нормандского формата с тем, чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение, к сожалению, очень длительного времени, в течение 7 лет, не разрешены.